Хейл, гейс, с вами Шимки, и как я говорил, я приду к этому храму снова же, и пойдемте внутрь. Оказывается, из тех рыцарей, да, которые встают там мертвые, помните, выпадают большие, короче, мешочки соли. И да, пока я не забыл. Я заменил колечко вот это вот, ну, сейчас покажу. У меня стоял вот это, типа, уменьшает эффект ранения. И я поставил вместо него побольше силы. Пускай лучше я буду больше немного наносить дамага, чем раньше. Чувствую, я это хорошо сделал. Ага, стопы. У нас еще бестиарий. Я уже про него забыл. Так, дикий зверь. Мертвокрыл. Так, давайте с него начнем. И да, куда мне нужно идти? Шепчущий. Лич. Оживленный скелет, прежде бывший заклинателем при дворе Кван-Ина, солнечного царя Кулакаса. При жизни эти заклинатели были мудрыми советниками, искусственными магами, стихией и временными слугами. Возможно, потому они и в смерти преданы своему королю. Значит, здесь будет босс. Ребро лича. Где у нас находится лич? Ага. Короче, отсюда у нас идут тоже неизвестные. Ну, осталось у нас довольно, знаете, с вами достаточно еще неизвестных. Так, надеюсь, здесь босса сейчас не будет у нас. Ого. Это щит такой? Осад... Нихера себе. Блин, знаете... Не знаю, но это в основном только на яды хорош. А по остальным, именно по физ-атакам, он хилит. Пистолеты. Не, ну это пули тоже ж нужно покупать. Блин, вот этот жесткий. Хотя... Не, нифига. Весит много. Ладно, погнали. И чё это за нахер? Вы ж не говорите, чтоб я сейчас... Воу! А! Тю, а я его на самом деле даже не заметил. Пипец ты не... А где он был? А, вон оно что, эта тварь перемещается у нас, оказывается, в пространстве, ребятки. А, вижу. Окей. Ох ты ж, бля. Чувствую, нужно делать все так. Он там слишком жесткий. Так, святилище, отлично. Светилище, это на самом деле хорошо, тогда я здесь останусь. Так, вопрос первый. Тот здоровяк. Ладно. Все маги, это понятно, что будут постоянные. Упасть вниз, сдохнуть. Равноценно. Поэтому, что мы делаем? Я зажигаю факел. И ползем наверх. Да-да-да, так ты меня не достанешь. А, это... А не, подождите, а как мне тогда туда попасть? Ладно. Пойдем по прямой. По пути разберемся.
Слышь, я что, за тобой бегать буду? Так, наверху рычаг. О, я понял тебя. О, так очень долго его бить надо. Я вас понял. Каев. Охренеть. Чувствую, яды у них жесткие будут против меня. ХП, линия ХП. Нет, 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 нет. Если, оказывается, не отхиливай какой-то промежуток, линия ХПшки отнимается. Ну, черт. Я не знал этого. С музыкой. Так, отлично. Это проход наверх. Еще есть проходы? А есть вариант спуститься сейчас. Да, еще не умерев. Вниз. Сейчас я заюзаю факел. Так, сделать подношение. Повысить уровень. Мы сделаем. Все-таки да, здоровяка того я хер убью. Так, древо навыков. Что мы теперь прокачиваем? Мы с вами прокачиваем. Прокачивать мы будем. Ой, честно сказать, я не знаю, потому что щит я уже не использую, как бы. Блин. Переносимый вес, может. Но энергия мне тоже бы не помешала. Энергия и концентрация. Ну, черт. Что серьезно было лучше прокачать? А, давайте я энергию прокачаю. У меня 3 сферы, зачем они нужны? Так, ладно, я отхилился. У меня хватает, если что. Ну вы сами, да, видите? Да уж. Так, ну здесь хорошо, допустим, я достану. Так, забираем. Так, возьму лучше в две руки, проверяем на мимика. То, что меня уже один раз чуть не сожрали. Seriously? Оу. Окей. Так, по сумкам. У меня 3 сферы, я могу превратить 3 каких-то этих стендика в мое место, которое мне нужно. Так, тыковка, мечи, кольца. Так, а зачем я вообще сюда полез? Ладно, не суть. Спускаемся. Вниз или вверх? Давайте, короче, я сначала наверх. Ой, бля. Ладно, тихо. Да ё-моё! Короче, идите в сраку. А с той стороны у меня нихера, да, нету? Или есть? Да не, есть. Да не, есть проход куда-то. Ага, здесь у нас стены. Через которые я не мог проходить. Там лестница была. С той стороны, оказывается, лестница была, ребят. Ну офигеть. А ее не видел раньше. А, пускай бежит. Да. А мне убивать придется, да, все-таки? Нихера у тебя ХП, чел. А хотя, кто это такой? Так. Безумный алхимик, поехали. Какой-то здоровяк, вот. Связанный Арокса. Могучее дикое существо без... Так. Человечка сломлена, выдрессирована и обучена охотиться. Так, охранять зиккурат, пыли от чужаков. Ну, короче, понятно. Чувствую, я настрадаюсь от него. Ай. Ладно, пьем.
Так, во-первых. Что? Ага, я снизу открывал, точно. Тогда нормально. Поехали. Прикольно. Ага, то есть туда я тоже как бы не могу попасть. Хорошо, меня там отбросит. Пойдем тогда сюда. Что здесь мне мешало пройти? А? Теперь я понял, что мне мешало. Так, ну тут ничего точно нету. Хорошо, здесь проход есть. Так, я не помню, какая кнопка. Управление камерой. Ладно, не псуть. Поехали. По пути разберемся, я думаю. Ага. Великолепно. Я себе открыл проход. Я нашел сундук. Ебучий мимик. Так, огненный шквал. Замечу, что магию я не юзаю. Блин, ну я думал, там что будет годненькое. Ага, мне дали. Когда я залазил, помните, еще на пирамиду? Нихера. Нет, тут точно босс. Только вопрос, что тут за босс? И нужен ли он мне? Ну, в принципе, нам деваться некуда. Поэтому. Раз. Ой. Высохший король. Эй. Пей. Эй. Давай, отлично. Пей. И один удар. Отлично. Вот зачем мне нужно много блохилок. Против таких тварей выживать на изи. Так, отлично. Теперь мы открыли себе проход. Опа, мужичок какой-то. Так, он мне еще одно даст сейчас проклятие. А ну-ка. Здорово. Что? Ты убил его? Убил короля? Какое облегчение. Но не сон ли это? Это зиккурат. Знаешь, это напоминает мне великую гробницу, которую построил солнечный царь Кулыкааса. Я там учился в Кулыкаасе до того, как... до задания. Так, кажется, мы должны были отправиться на запад, чтобы заключить брачный союз. Нет, не так. Мы должны были отправиться на восток, в Ливен, чтобы заключить мир с цитаделью огней и неба. Король Кулькааса объявил о союзе с Аскарией и переходе в новую веру. Обещам общинам. Заключителям пришлось бы не сладко. Вот и мы и поплыли. Но случилось шторм, меня выбросило на берег. Вряд ли кто-то из моих товарищей уцелел. Так, когда я обнаружил это декурата, ты подумал, что пятил. Ну, я немного знаком с темной магией. Только представь демона, который кормится на острове цивилизации. И демона, который собирает. На этом острове вполне может обитать подобное существо, или оно само остров.
И он кормится. Пожирает мужчин, женщин, королей и королевства. Блять, давай. Я хочу, чтобы ты проверил мою теорию. И у меня есть кое-что... Так. Кое-что, что может тебе в этом помочь. У меня для тебя подарок. Он немного жжется, но ведь все хорошо. Вещи рождаются в пламени. Изи. Новая способность. Что я получил? Клеймо рывка. А ну. О! А, ну у меня... Ништяк! Ништяк! Мы нашли выход. Но-но-но-но. У меня есть еще несколько вещей. Ты чё? Лазь. Ну это единственный способ, как можно быстро просто слезть. Что мы сейчас сделаем? Во-первых, я вернусь обратно. Мы с вами прокачаемся. Надеюсь, я не сдохну. А, больше у меня не хилится. Да, значит, типа, если меня враг ранил, ну, короче, периодически минус хп, то мне наносится дэмэдж. И довольно такой хороший дэмэдж. Ага, то есть вот так, да? Так, прыжка у меня... Хотя, нормально. Я хочу еще сюда вниз спуститься. И как мы сюда входили, с левой стороны там был какой-то проход. Так, во-первых, повысить уровень. Так, повышаем. И если там еще... Ага, там немножко нужно для прокачки стоять. Если немножко для прокачки, я использую мешки. Если надо, пойду убью чудище. Да, одно нужно. Чел, спасибо тебе. Замечу, что теперь мне намного хватает ударов. Раз, два, три, четыре, пять. Чисто на пять ударов. В принципе, это нормально, поэтому будем вкачивать с вами... Так, повысить уровень, во-первых. Будем с вами древо вкачивать. Ну, в этот. Древо навыков... Мне нужно не переносить, хотя переносим вверх, вверх. Вес тоже неплохо. Но, блин, концентрация. И шанс добычи у меня увеличен становится. Так, да. Так, а есть еще крылья где-то, ну, не крылья, а молния рядышком, где я потом могу что-то еще полезное прокачать. Молния, молния, молния. Так, молнию я видел здесь. Ладно. Одну прокачаю. Лучше вот так прокачиваться, типа, в линию. Чтобы куда-то дойти по-быстрому. Так, ладно, сюда прокачаю. И прокачаю сюда. Отлично. Так, сделать подношение. Проводника можно сюда запихнуть. Но не уверен, что он мне нужен. Так, второй, что мне нужно, что я узнал и что я хочу проверить. Магию, понятно, я не могу юзать. Переносимый вес у меня сейчас, поэтому... Ай, перевес. Да таки перевес. А ну-ка, не, эти хуже будут. Тогда как-то так, да? Стоять. А где мои статуэтки? Бестиарий я сейчас прочту. Мне нужны статуэточки мои. Которые я находил. Рано. Ладно, бестиарий. Так. Безумный алхимик. Угли череп. Мародер, третий агент. Лич, фальшивый шут, высохший король. Высохший король. Воскресший скелет, бывший прежде Кван Ионом. Солнечным царем Улькаса. При нем
Страна была богатой и процветающей, но с каждым годом росла не только богатство, но и паранойя и отчаяние властителя. Интересно, связано ли это с этими слухами о том, что давно умерший брат короля продолжал помогать ему править. Нафиг его знает. Так. Во-первых, что мне нужно узнать? Лучшим способом будет быстро пробежаться назад. Посрать на магичек этих. Пускай они пуляют. Нихера, их тут 3 штуки было. Пуляют, пускай мне посрать. Я бегу сейчас наружу. Тварь. Бегу наружу. И спускаюсь сюда. Здесь есть вот проход. Ага. То есть... Этот проход, да, куда-то и ведет. Здравствуйте. Допустим. Во-первых, кто вы? Что вот это за энергия? Ладно, не суть. Так. Одежда. Ага, у меня на воде потушилось пламя. Ну, я все равно не пройду. Разрушенный храм. Да, я не могу пройти из-за этой хери, черт. Да, все-таки я на воде потушил немного. Ну и туда и сюда я, в принципе, пойти не могу. Так, подождите, это путь обратно. Да, все-таки тут ничего такого. Да нет, стамину я... О, я могу несколько раз ее юзать. Угу. Хорошо, допустим, здесь у меня прохода нету. И там эти демоны. Значит, колокол юзаем. Нажимаю «Да». Отправляемся в храм. Я восстановился, хорошо. Проход у нас еще есть здесь. Но тут закрыто, и я был только с той стороны. Но там тоже как бы закрыто. Но я мог туда попасть. Значит. Что мы делаем? Мы лазим отсюда безопасно. Пытаемся и быстро. И нужно будет купить еще факела. Походу, об воду они немного тратятся. Даже немного. А достойно тратятся. Ай. Так, тихо. Пока у меня ХП не начало отниматься. Так, поднимаемся, короче, наверх. Короче, на волю. Выходим. А, с рыцарями что мы делаем? Но это, мне кажется, все равно одинаково тратится стамину. Раньше, кажется, не отнимало, да, стамину за прыжки? Ага, я могу 2 раза делать сразу. Прикольно. Чел, прикольная магия, слушай. Но я думал, что он мне что-то даст немного покруче, на самом деле. Так, теперь мне нужно вернуться в мой храм, в котором я был. И там мы с вами сохранимся. Насчет этого рыцаря. Я могу делать такие вещи просто и быстро перемещаться. Перекаты не вариант.
Так, во-первых, я сюда вернусь, потому что я уже тут увидел лестницу. Тогда мы с вами возвращаемся в нашу ту локацию. И на оставшееся уже время можно будет... Да, тут еще есть вода, получается, я туда смогу как бы... Или то просто отражает воду. Ладно. Не суть. А что здесь у нас было? Здесь, если не ошибаюсь, мы нашли стену с вами. Ага. Хорошо, допустим. Да, я еще тогда сдох. Но, во-первых, у меня есть быстрый спуск. Поэтому я могу сделать... Сейчас покажу вам что. Не знаю, смогу ли я зацепиться за ту стену. Зацепился, проверяйте. Зацепился, проверяйте. Ну, давайте я еще раз попробую. Дело... Мне плевать на золото. Я просто хочу одну вещь сделать. Ну, надеюсь, вы поняли, да, о чем я. Я хочу спуститься с помощью... Ну, не так, как было задумано. Спуститься с помощью магии. Зацепившись за камни. Чтобы урон был не такой жесткий. Окей. Там у нас есть еще одно место. Я сокращу путь этот. Пока у нас есть время, я хочу это сделать. Просто можно пойти по правой стороне, то есть сюда. Там, в принципе... А, нет, там лестница, я увидел лестницу. Но мне все равно сюда придется потом долго идти с той стороны. То есть там и враги будут, и боссы будут. Капец, они стали жесткими. Во. Вот так я задумывал все это делать. Теперь мы спустимся сюда. Нажимаем на рычаг. Готово. У нас с вами короткий путь. В принципе, моя задумка сработала. Теперь, что мы можем сделать? Идемте в эту сторону. Ну, в принципе... Я не думаю, что нужно дальше идти, поэтому давайте, наверное, на этом закончим. В следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.